так, мы сейчас находимся в Канзас-Сити. Это прекрасный город, где, по данным Википедии, это находится на первом месте в мире по количеству фонтанов, но, может быть, больше их только в Риме. Мы сейчас стоим на так называемом Liberty Memorial. Это мемориал, посвященный почему-то Первой мировой войне. Неизвестно почему, но как-то вот так вот решили организовать здесь. За моей спиной панорама города, как видите. Вот. Из достопримечательностей тут находится рядом с городом индейская презервация. Презервация, да? Резервация. От слов. Резервация здесь находится рядом с городом. И вроде как завод Харли Дэвидсон. Ну что, что-то какую-то я парю на самом деле, ребят. Я не знаю, что можно еще сказать. Только приехали мы сразу сюда. В Википедии ни хрена информации нету. Приходится вот так вот на ходу сочинять. Вот. Ну вот, мы тут нашли прекрасную картинку для фона. Как видите, около вот этого мемориала, около которого я только что стоял, такой склад контейнеров. Если можно заметить, тут из контейнеров выложено слово США. Вот. А вообще, мы вчера выехали из Сент-Луиса, заехали в Walmart, такой магазин. Ну, я думаю, многие знают, где мы провели примерно 2 часа. Чтобы сделать покупку, для того, чтобы обустроить наш такой здешний быт. Быт, это я имею в виду про машину, в которой мы едем, собственно. Теперь у нас там стоит такая пластиковая емкость, так называемый кулер, куда мы закинули, да, кучу всяких напитков. Ну, придумайте сами, чтобы вы туда запихнули. Вот, мы вам чуть позже их покажем. Погода стоит прекрасная, мы не знаем вообще, правда, сколько градусов, но здесь вот такой среднезападный ветерок ощущается. В этом городе Канзас не хватает только перекати-поля по городу, но я думаю, что чуть позже мы их увидим. Ну вот, как я обещал, сейчас мы немножко расскажем про нашу машину. Как видите, у нас на заднем сиденье у нас что лежит? У нас тут лежат салфетки, подушки, на которых мы спали. Мы, кстати, 2 ночи проспали в нашей шикарной шхуне, как мы ее называем. Потому что сиденья откидываются вот прямо. Ну, ой. Прямо откидываются назад. Сейчас здесь не мешают упаковки с водой. И вот, как видите, здесь на заднем сиденье есть холодильник, в котором уже растаявший лед, в принципе, вода и различные американские. Ну и, в принципе, американские напитки. Вот спереди очень много места. Даже я со своими почти 2 метрами роста прекрасно умещаюсь. Ноги не болят, ничего. У нас тут под рукой всегда пустые бутылки из-под воды. В подлокотнике перочинный нож. Ну и, собственно, все еще. Вот здесь вот мы храним очки, например. Шикарная машина. Покупайте Oldsmobile 88. Никогда вас не разочарует. Вот мы еще в Канзас-Сити прогулялись по району магазинов, который называется Country Plaza. Здесь собраны самые, наверное, дорогие бутики в городе. Очень чисто так вырезано. Собственно, вот обещанный фонтан. Что можно сказать? Дорогие наши десантники, российские ВДВшники, вам предлагается прекрасный город, где в наличии более 200 фонтанов. Мне кажется, можно организовать туры для, например, героев России. В России, в Канзас-Сити, где каждый может себе выбрать по фонтану и, в принципе, искупаться. Вода вроде бы чистая. Сейчас. Вот мы покидаем Канзас-Сити, очень приятный город. Мы сначала заехали по центральную часть, она показалась крайне вымершей, поскольку сегодня воскресенье. Погромче. Там были одни офисы и никого, людей на улицах. Полная тишина, можно было снимать без особых сложностей фильм «Я легенда». Абсолютно пустой город. Потом мы на каком-то форуме вычитали, что необходимо обязательно съездить в Country Plaza, это в другой части Канзас-Сити. Ну что, очень тоже приятный город с дорогими магазинами, Дима уже рассказал о них. Дальше мы продолжаем ехать по, так скажем, мифическому маршруту 66, дорога 66. Ведет от фактически от Чикаго до Лос-Анджелеса. Это очень такая мифическая дорога, с ней связано много национального фольклора, много музыкантов, они слагали свои песни и буквально
пути нам постоянно встречаются некие исторические какие-то кафе или музеи, посвященные данному маршруту. Потому что в свое время разные пивные компании, Coca-Cola, Softlink Company, также выпускали, скажем, какие-то именные банки своей продукции с... Очень много посвящено маршруту 66, по сути этой дороги сейчас уже нету, она превратилась в...